давай. Всі будуть дивитися, я буду знімати. Продовжувати. Да, привіт, привіт. Здравствуйте. Андрій, тут запитують, які шанси у Дениса. Да. Шансы есть. До два дня. Да. Ну, мы не палимо конкурентам, мы насамперед снимаем и ведем трансляции для фанів, для тех, кто поддерживает Андрея Пушкаря. Підготовка. В такому залі, спортивний зал Колізей, місто Тернопіль. Я за кадром, так. Який шанс Ларат проти Дениса, запитують. Привіт. Да, тобі привіт передають всім. Запитуйте, каким весом работает? Вес невеликий, працюю на микрофоне, на витривалість. Просто проверяю. Так, Андрій тут постійно тренується, це його особистий спортзал, який він облаштував разом зі своїм партнером Олегом Кривим, ну, партнером, другом і чемпіоном також. Які шанси Лалетін і Жох? Розповідай. Я думаю, шанси Лалетіна мінімальні. Жох виграє, думаєш? Думаю, так. А коли буде армфайт з Цыпленковим? Проти Дениса ти бок плюс верх пойдеш? Я така поговорка, сказав, слепой рыбе. Так, це вже Андрій не розкриє своїх секретів, якою технікою він готується боротися з Денисом. Про це все побачите на армфайті. Можете туди поїхати? Ага. Заряджено становиться, а? І так, все, що вам цікаво, ви можете запитувати. Андрій в перервах між підходами відповість на ваші питання. А покажи передпліччя, Андрій. Подписываемся на канал Arm Wrestling My Life, ставим лайки, продолжаем смотреть. И как ты оценишь свои шансы против Цыпленкова? Брестан или Бабаев? Андрей, Брестан или Бабаев? Так, извините, если я не успеваю читать и отвечать на вопросы, вы можете их повторно здесь писать, и я буду стараться, конечно. Бресман или Бабаев? Кто, Андрей? Бабаев. Сколько калорий в день ты употребляешь? 1000 калорий. 4-5 тысяч. Пушкарь красавец, привет. Базу тренуешь, як часто, якщо так? Як часто робиш базу? Да, Світлана Пушкар снимает, да, это я. Спрашивали. Ну,
да, музыка мешает, потому что это спортивный зал, и ну, здесь много людей занимается. Как настроиться на поединок и быть таким же злым за столом? Ну, а что ты можешь ну, вот, сказать? Что может помочь? Вспомни какой-то момент в жизни. Вспомни что-то такое, что заводит и завестись. Ага, спасибо. Сколько упражнений за три? Як тренувати швидкий старт? Не тормози, да, не тормози ты. А для крюка и бицепса какие вправы рекомендуешь? Вот упражнение для крюка. Ага. Можно делать под разными углами. Можно статику. Что ты тренируешь, крамфайту? Больше силы или выносливость? Все тренируешь, говорит. Здоровья тебе крепкого желают. Спасибо. Смотри, вопрос. Вендетта это тяжелее, чем армфайт на одну руку? У тебя разный опыт на обе руки, но что тяжелее? Но тяжелее на обе руки бороться или на одну? На обе. Можно ли только крюковиком стать или верховиком, или надо иметь и то, или другое, я так понимаю? Надо уметь все. Ага. Надо уметь все, но что-то уметь хорошо, да? Сколько подтягиваешься? Не подтягивается. Пишешь, что ты якийсь реально здоровый зараз. Який шкаф будешь перед армфайтом? Буде шкаф, да. Андрюха, делаешь становой присед? Делает, я видела. Иногда. Иногда делает. А, хотят увидеть твое бордо в 30. И хотят посмотреть твой бой с Лоратом. Топ-3 соперников на обе руки на данный момент в мире. Твои соперника. Да. Цыпленков. Лорат. И Чаффи. Вот, три соперника главные. Сколько жмешь? Ну понятно, это самые достойные, да? Сколько жмешь от груди? 200 жмет. Андрей, будет зарубать с Денисом? Думает, что да. Это ты. Левая рука сильно отстает? Сейчас нет, говорит. Ага. Лора, ты осилишь в одну калитку? Бабаев или Лолетин? Бабаев говорит. Страшно ли будет на Вендетте? Привет за Австрии, привет. З Алматы, привіт. Дякую за побажання. А, переїжджайте в Тернополь. Да, давайте сюди. Вот є чудесна база. Сколько у тебя бицепс? Спасибо за пожелание. Сколько бицепс? Какие шансы Гаспарини в тяжах? Сколько бицепс еще? Разогреты 53. 53 разогреты. В тяжах. Когда последний раз?
Ага, он мало борется, да? Поэтому сложно сказать. Але в Андрійович на прогулянці. Дякую, що цікавитесь. Приємно мені так. Где из составляющих должно быть максимум процентов силы? О, пожалуйста, мне приятно, что нравится эфир. Должно быть, ну, максимум процентов силы? Ну, я так понимаю, в какой технике, что ли? Ну, там, в связках, в массе или, ну, в чем-то еще. Как восстанавливать связки? Угу, связки это сауны, массажи, физпроцедуры. 27,5 килограмм, 14 лет на бицепс. Это много? Нет, немного. Сколько часов ты тренуешься? Час-полтора. Труден тебе соперник? Сейчас да, говорит. А, и хотят побольше таких эфиров, Андрей. Статику можно 3 раза в неделю? Нет, нельзя. А сколько? Если хорошо, раз в неделю. Что пить, чтобы не болели связки? Уже Андрей говорит, хорошо восстанавливаться. Приезжает в Крым с семинаром, но вы приглашаете, и тогда Андрей рассмотрит это, ну, пожелание, вот, и возможности сопоставит. Чаще делайте эфиры. Связку делаешь на блоке или со сводным весом? На блоке. Чем сейчас занимается Ивакин? Интересный вопрос. А, он служит где? В армии? Может, минералы для связки, я так понимаю, или еще что-то спортфита? Глюкозамин и хондроитин. А как вы относитесь к алкоголю по праздникам? Выпиваете? Негативно относится, говорит. На кисть 72 килограмма 2 раза. Это норм? 15 лет. Сильно, говорит Андрей. Это сильно, говорит. А, пожалуйста. Да. Андрей, в общем, хотят эфиры. Очень сильно хотят эфиры. Хорошо, я передам. Проходку часто пробуешь? Нет. Привет, тебе. Есть ли в планах до соревнований побороться с Денисом? Большой привет. Да, белка много в рационе. Сладкое, ну, почти не ест, если, ну, там очень сильно хочется. Но он вообще не сладкоежка. Больше любит мясо и, ну, какие-то хорошие продукты, там каши, мясо. 26 сроки. Варто починати займатися армом. Ніколи не пізно. Привет из Казахстана. Месяц за Ларата будет, Андрей? Да? Он ждет. Привет из Беларуси, с Алматы, рост 193 сантиметра. Привет из Молдавии. Сколько весишь? 130, да? Скидаешь, что набираешь предвендетую? Скидаем. Вернется воевода в арм? Он вернулся? Он уже вернулся 2 роки тому. Мурманск смотрит. Сколько килограмм рабочий прокат? Пронат. Привет с Урала. Привет. Привет с Урупинска. Да, привет. Я слышала, что есть этот город.
Андрей с Денисом в клюк. Будешь бороться? А, привет. Привет. Привет, Степан. Из Америки. Да. Да, привет тебе. С чего стоит начинать арм? В неделю 3-4 раза тренируется. Спарринговый с Жохом, да, иногда он приезжает. Привет, привет. С чего стоит начинать арм? Со спарринга, говорит. Ну, с опытным спарринг-партнером, насколько я понимаю, верно? Техника King's Move. Тебе известна? Она набирает популярность. Спрашивает. А что ты думаешь о ней? Ага, окей. Сколько раз в неделю качаешь бицепс? Раз в неделю качаю бицепс. Сколько лет занимаешься армом? Ну, Андрей занимается армом где-то с 11, 12 или со сколько? Ну вот, начал тренироваться в 11 лет, а армом с 14. Какой гонорар получишь в случае победы над Денисом? Это коммерческая тайна, извините. Беспокоит ли травмы? Ну, я могу ответить, что иногда, да, беспокоит. Андрей все робит, все делает, чтобы восстанавливаться. Пельмени, ну, не то чтобы очень сильно, но иногда, да, иногда любит. Сыпай, будешь в круг бороться. По-всякому кажется. Ігор Онгорян з Італії передає тобі вітання. Привіт, Ігор. А який найбільший гонорар в кар'єрі? Скільки тобі лет? Спрашують. 32 года. Удачи в подготовке. Да, хондроитин и глюкозамин принимает он регулярно. Ну что, друзья, нужно завершать. Надеюсь, вам было интересно. Всем комментирующих мое видео большое спасибо. Оставляйте свои комментарии новые, ставьте лайки, если нажмете на колокольчик, будет вообще круто.